Что? С 1 сентября. Серьезно? Готов, ученик? Не переживай, вернусь. Готов? Камера разбита, ни хрена не видно. Че, все готовы к школе? У нас уже 4 класс, представляете? 4. Еще каких-то 5 годиков и 9 будет. Жесть. Я же старая тогда буду. Сколько мне будет? 5 годиков, 31. Я же старая, тебе 15, мне 31. Я тебе 20-ку буду давать. 20-ку, да? Да. А тебе сколько? А мне 10. Смотрите, какие у нас... Тёмыч, покажись. Чё? Ну, сядь посередине. Вы гляньте на этого пижона. Нет, пижон. Понятно, да, чей сын? Ну, а то. Понятно, да? Это ты его рожал, не я. Это не я его рожала. В отпуске не иду в школу. Круто. А мы идем. 1 сентября сегодня линейка праздничная. Наша школа новая открывается. Мы сегодня идем наконец-то в новую цивилизованную нормальную школу, которую я визуализировала себе 4 года. Это моя визуализация. Там заряд, мама. Наконец-то сбылась. У нас офигительная школа. Сегодня приедет телевидение, буду снимать. Там зарядки стоят в холле. Даже специальные провода даже стоят. Даже зарядки в холле есть. Представляете? Там все 9 вроде. Спасибо. Спасибо. Прямо ж, да? Да. Главное не кто родил, а кто сделал. Но это чуть-чуть другого формата. Кто родил, а тот, кто воспитал. Алло, да. А нам сказали цветы 5 не звезд. Приносить, а? Сказали, что 5. Там все будет. Ну, уехал, конечно. Денежку сдавали и раздавали. Еле проехал и уехал. Пусть. Что лучше, блядь, бампер бери. 5 звезд, и здесь останавливаться, и пешком надо прийти. А? Да он проехал уже. Ну я пока сядешь на мою машину, выйдешь. Последний раз в Броу-мафия делали. Нет. А что, здесь нельзя и там дойти? А там можно, это 5 звезд. На 5 звезд остановиться и пешком. Так а зачем нам на 5 звезд, если мы можем здесь остановиться и пройти пешком? У нас так намного дольше будет. Почему? Вон там аж школа. А так мы можем проехать? Нет, ты мне скажи. Вроде да. Ну все, можно, тебя да. Не надо спросить. Поворот направо. Так и живем. У меня не кабан. 3D просто. Белая, белая рубашка. Как инкубаторские все. Одна тоже. У меня там где ссылка на где ресницы последний раз сделала. В ленте есть. Извини, но Тёма больше похож на Руслана, чем на тебя. Да я в курсе. Я знаю. Да, у меня будет дочка копия я вам обещаю. Это да. Обязательно. Дочка будет один. Так, вот что, приехали, что ли? Ничего себе, круто. Ну, вот наша школа. Ну, смотрите. Красотень, будут автобусы, которые, да, забирать будут? Да. Наконец-то у нас нормальная школа. А, их не пускают. В машинах не пускают. Ага. Бабушка. Где бабушка? Да, не знаю. Скажи, что мы едем. А зачем? Багетом с колбасой. Да, здрасте, а где парковаться можно? Дальше, дальше. Дальше. Нет, там, не там, там база ехать. Короче... Есть прямо он любитель линии, там Nissan, гадости поесть. Магазин Nissan, и там будет поворот. Необычная часть сегодня макияж. И там также будет поворот, и чисто школу. Дайте, сколько стрелки рисовала. Минут 40. Раз 20 сказала, сегодня не мой день. Раз я не могу идти нарисовать эти дурацкие стрелки. Может, а там дальше обычно я быстро рисую. О, ты же говорю, не мой день. Опять да. Засрала. Черт, палочку не взяла. Привет, привет. Давай. Очень классная школа сейчас. Пофотографируемся. Не, не 3 дня. 1 день в Барселоне выступаю. Либо 28-го, либо 30-го. Да, мы только что с Русью проехали. 29-го, не помню, какой день. Да. Нет, лучше... Какой БЦА лучше пить в капсулах, я потом отвечу. Все, мы побежали на линейку фотографироваться.
поздравлять. Все, чуть позже. Отвечу на все ваши вопросы. Пока-пока. Повышите ручкой. Семейство занято. Этот натирает, этот по телефону договаривает. Тёмыч, покажись. Модный сковородный юдец. Ну все, ладно, давайте. Пока-пока.